ЕС будет реализовывать бесплатный проект Wi-Fi с помощью блокчейн. Европарламент опубликовал дорожную карту проекта Wi-Fi for EU с двумя предложениями по внесению правок в финансирование, сообщает CoinDesk. В официальном документе говорится, что Wi-Fi for EU – это проект с технологией блокчейн, который позволяет прозрачно отслеживать транзакции на территории ЕС, используя бесплатный Wi-Fi.